Всех приветствую. Мы сегодня опять у Вобнинске, у Андрея Лобова. А к нам сегодня приехали гости из Нижнего Новгорода. А связались с нами через наш телеграм-канал Тук-Тук Якит, о котором вы, естественно, все уже знаете, все до подписаны. А сказали то, что у них есть собственные солнечные панели, и они гораздо лучше этих. В общем, они в этом профессионалы. Проект достаточно открытый, можно очень легко с нами посотрудничать. Вот так вот через обычный, через телеграм-канал. Пишите в комментариях, чего хотите, и мы с вами вместе находим какой-то общий язык и делаем общее дело. Солнечные панели – это разработка ООО «Атлант», Нижний Новгород. Применены несколько запатентованных технологий, как жесткие панели, так и гибкие на основе лавсана, так и на основе органических соединений обратил внимание, что на ролике с тук-туком показаны жесткие панели. Я зашел на телеграм-канал и ставил заметку, что не хотели бы протестировать иные панели. Но практически через несколько дней была согласована предварительная встреча и в конце концов назначена встреча, на которой мы сейчас и находимся. Мы провезли свою разработку. Сейчас как раз идет процесс тестирования и сравнения. То есть есть же сравнения технологические, есть экономические, есть потребительские. Вот э, сейчас будет принято решение, ну, в какое то обозримом будущем. И мы с удовольствием будем принимать участие и в проекте с Тук-Туком, и с другими проектами, связанными с электрикой на основе, э, с автомобилями на электротяге. Они были очень удивлены от того, что наша серийная техника на нашем моторе с совмещенными обмотками ездит на солнечной энергии без аккумулятора. И, конечно же, увидев те панели, которые мы установили, это самые обычные, которым уже сто лет в обед, они, конечно же, обрадовались, потому что у них есть ноу-хау, у них есть свои разработки. Они привезли свою панель, они привезли очень интересную панель привезли оборудование, которое они подключили. То есть они подключили к этой панели печку. Эта печка, в... очень много же было вопросов после ролика, а как, мол, в холодную погоду, а такая погода у нас и в Италии бывает холодная, и в Германии бывает, да даже в Индии бывает холодная погода, как быть в этой ситуации? Очень просто, есть печка, которая Работает а, всего от 100 ватт и может обогревать э, э, помещение 15 квадратных метров. То есть можете себе представить, что кабину тук-тука обогреет вот, такую, вот такая маленькая печечка. Вот, и она уже есть, это разработка, ее привезли, ее нам показали. Опять же, э, от этой солнечной панели, которую нам сегодня привезли, э, работает. Э, Прожектор на 220 вольт, работает зарядка телефона. То есть это уже готовая модель, которую мы можем применять в такой технике, как Тук-Тук. Знаете, совсем недавно приезжали гости из Вьетнама и из Шри-Ланка. Приезжали прямо сюда. Это русскоязычные ребята, которые занимаются гостиничным бизнесом. И они э, заинтересованы в том, чтобы что-то можно, как расширить возможности нашего тук-тука, потому что у нас стоят солнечные панели. И для них это очень интересно, потому что э, не везде есть, в тех местах, где э, живут люди, не, не, есть, не всегда есть стабильное электричество. Солнечная панель, солнечная энергетика. Это в ближайшее время очень интересная тема, которую мы для себя открыли и, конечно же, будем развивать благодаря моторам Дуэнова.